Полицейские установили, что водитель маршрутного автобуса Hyundai по прибытию на конечную остановку кинотеатр «Элита» поставил транспортное средство на ручник и, не заглушив двигатель, покинул кабину. Во время его отсутствия в салон заходили и рассаживались пассажиры. Стояночный тормоз перестал удерживать автобус, и он покатился со склона. Проехав 30 метров, автобус остановился у ступенек здания. Пострадавших нет, по факту ДТП проводится проверка.